Польские граждане, проживающие в Грузии, участвуют во втором туре выборов президента. Они могут проголосовать за одного из двух кандидатов. На пост главы государства претендует председатель Сейма, исполняющий обязанности президента Бранислав Комаровский, и лидер партии «К праву и справедливость» Ярослав Качинский. Избирательные участки открыты в посольстве Польши, на Тбилиси и консульском департаменте в Батуми. Я голосовала за Комаровского, потому что, скажем так, мне ни один кандидат не нравился, но он более, скажем так, ближе мне, так как Качинский слишком консервативный. Это первый раз, когда я участвую в выборах за границей. Я голосовал за Комаровского. Я думаю, если Комаровский победит, в нашей политике будет меньше места конфликтам.